игры. Синий-второй номер команды «Амурские тигры». И Демидов убрал сейчас, подождал, поиздевался, наверное, и очень вовремя оформляет прекрасную сейчас голевую передачу. И не зря, да и совсем не зря, какую передачу он оформил. Сценарий прошлой игры. Бакластов делает передачу, и Зайцев делает 2-0. Но абсолютно точно прошлая игра, и снова там путилочка злосчастная на второй шаге подлетает. Зайцев таки не роман. Вот только мы вот говорили вчера, ух, какой момент. Бросание или бросок в сторону ворот, а вот и пробили то, что пробить, казалось бы, не могли. Я думаю, Дитер сделал еще раз играть. Приходит к болевым бросить и принимает здесь правильное решение. Зинченко решил не жадничать и отдать. Ну а Зайцев решил тоже не жадничать и забивать вторую показ. Наш звукорежиссер просто воздается. Красава, красава. Ну, здесь, там дальше на Бакластова прокидывает Зинченко. Бросок! Выстрел! Убийственный! И насквозь. Счет становится 4-1. Показывает нам. Вперед. Бросок! И казалось бы... Урулином, так об этом чуть позже. Момент. Демидов. О-хо-хо! Расстреливал! Абсолютно как-то безинтересно! Я хотел уже сказать, провели амурские тигры, но за 4 секунды до конца, видимо, такую уже привычку все выработали забивать. Ромкин! Как сейчас ошибается! Моментища и Чечелев! Может сейчас броском за нос ущипнуть этого тигра, какую... Какую красоту исполняет здесь Кирилл Кондарев. У него будничная обыденность. Кирилл Кондарев против Евграфова. Но здесь Федоров играет очень здорово. Момент, Васильев. Снова спасение голкипера. Очень похожий элемент, как в прошлом матче, и снова очень похожим. Здесь Демидов, как разыграли-то! И уже с игроком завозил. Голкипер, и выход 1-1 у Кондарева, будет исполнять, и... Раз. Осталось тут красивую личную нападение взять, все-таки еще одну завезли. С особенным напором полетели они на голкипера. И там сейчас драка может развернуться, потому что как-то
по затылку, но посмотрите, Даниил не отступает, и судьи уже ему не удел. Аплодирует Ершов. Нам забрали. Победа. 7-2. Зайцев. И еще раз. Черт возьми, Зайцев. Хэт-трик в исполнении этого нападающего. 74-й номер. Красивым и вот по-настоящему хоккеем. Это вот молодежный хоккей, он должен выглядеть таким образом. Берите этот матч, копируйте, вставляйте куда хотите.